В муниципалитете продолжается месяц чистоты и благоустройства. Глава Ленинского городского округа Станислав Катров провел встречу с бизнес-сообществом и напомнил предпринимателям важность своевременной уборки после зимы объектов торговли и прилегающих к ним территорий. Во-первых, наведение чистоты вокруг своих зданий, строений, сооружений. Во-вторых, конечно же, это общий облик наших нестационарных торговых объектов или тех объектов, которые на сегодняшний день не соответствуют тому облику, требования к которому сейчас Московской областью предъявляются достаточно строгие. На встрече присутствовали более 30 бизнесменов. Это владельцы как небольших объектов, так и достаточно крупных торговых центров. Требования единые. Фасады должны быть чистые, входные группы, дорожки отремонтированы, бордюры и ограждения покрашены. Словом, все, чтобы покупателям было приятно зайти в любой магазин или торговый комплекс округа. Это, конечно, первое требование, которое мы должны выполнять как предприниматели. И не то, что там 5 метров от своего предприятия, и 25, и 30, и вообще, чтобы нашим жителям было очень хорошо, очень комфортно. И самим приятно, чтобы около территории было все в порядке. Это наша прямая обязанность как предпринимателей. В торгово-промышленной палате Ленинского округа более 70 компаний, и все они уже готовятся к новому летнему сезону. Чистота и порядок прежде всего. Вот эти три выходные, три субботы, которые в апреле будут, соответственно, все эти дни будет проходить уборка на территории предприятий. Будут участвовать сотрудники, может быть, даже директора компании, потому что это традиция уже, наверное, в нашем округе в весенний период времени заниматься уборкой территорий нашего города. А завершится генеральная уборка общеобластным субботником 27 апреля. Приглашаются все желающие.